let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем играть State of Decay, и мы находимся в Маршалл, новом городе, в своем новом доме, в котором, в принципе, можно неплохо обустроиться, я думаю. Я, правда, считаю, что это ужасное место, хотя бы потому, что оно в городе. Потратили довольно много денег на то, чтобы сделать это место своим аутпостом. Но я считаю, что базу свою лучше организовать где-то в другом месте. Пока что так по планам. Сейчас нам нужно возвращаться обратно в церковь. Свали ты, мать твою, за ногу. В церковь, потому что какая-то новая болезнь появилась. Мы стали свидетелями ее возникновения. И это очень плохо. Очень многие по рации сказали, что появилась новая болезнь, и будьте, мол, осторожнее. Так, хорошо. Ну что? Помоги найти пропавшего выжившего. Ну, я думаю, поможем по дороге. Вон дом полыхает, пожарных нет. Спасать дом некому. Так, а там движется орда, поэтому давайте-ка по-быстрому. Я тебе говорил, чувак, это ошибка. Джек лучше должен был думать, прежде чем отправился домой. Хочешь домой? Я этого не говорил. Просто он лучше знал, чем мы, и все. И успокойся, у нас гость. Здорово, пацаны. Квентин Барнс. Похоже, мы укусили больше, чем можем проживать. Не поможешь нам? Так, хорошо, поищем их друга. Мы ценим это. Последнее, что мы от него слышали, он где-то здесь. Давай искать. Так, ну я думаю, где-то здесь он и есть, в одном из этих трех домов. Так, хорошо. Блин, персонаж устал сильно. А там идет... Давайте, парни, не шумим. Я надеюсь, вы мне в спину не выстрелите, когда я уже ее спасу. Потому что это будет как минимум подло. Это не та кнопка. Смотри, говорит, спереди. Так, если что происходит, садимся в машину и начинаем давить. Смотря там стройматериалы, что ли. Видишь их? Вон там, слева. Слева-то вижу. А еще я вижу, что я не могу через бордюр подняться, блин. Кто-нибудь что-нибудь видит или слышит там, я не знаю. Hello? Так, пацаны, давайте ломайте его к чертовой матери. А вон он сидит с ней. О, господи, ребят, как я рад вас видеть. Ты же не думал, что мы тебя оставим? Да как вы меня вообще нашли? Нам немного помогли. Не знаю, что сказать. Я уверен, что я бы не выжил сам по себе. Ладно, я пойду за вами. Ну, пойдем. Только сначала поищем. Ничегошеньки.
Так, парни, подвиньтесь. Хотя три лба, я думаю, могут вынести вообще всех. Неплохой дом, кто-то долго укреплялся, но, похоже, его подвело именно то, что дом находился в черте города. Так, медикаменты. И короткий выкидзаси. Блин, прикольно. Found some supplies. Send runners for pickup. Okay, I'll round up everybody that's available. I owe you one. Так, выслали летучий отряд Скотланд-Ярда. Томагавк. Во, вот это вот по нашей. Хотя бы мы его Израилю отдадим. Так, рюкзачок. Его было бы неплохо взять. Лошак, круто. Чё это? Кто это там пришел такой? Твою мать. Так, парни, он вас видит. Аккуратно. Смотри, неплохо баррикадировались, но зомби прорвались. Чего он? Да вы что, издеваетесь, что ли? Холодного оружия полный набор просто. Бита. Вот. Это самое лучшее, что может быть. Так, чувак, иди сюда. Да. Kiss my ass. Well, what are you waiting for? Почему я не могу своим приятелям приказать просто взять это? Три здоровых лба рядом со мной. Так, патроны 5.56 натовские. Тоже вполне себе. И у меня полный инвентарь. Окей. Area secure. No Zeds here. Все, зомби здесь нет. Зато здесь есть топливо, которое мы... Okay. Looks like no zombies were close by. Которое мы прям не знаем. Не можем взять. I don't think so. Давайте я лучше его возьму вместо еды. Потому что еды, в принципе, хватает. Хотя, нет, коктейль молотого мне не нужен. Да пусть будет. Да подвиньтесь вы, мать-то вашу, за ногу, ну. Так, ощущение, что я еще что-то упустил. Потому что, видите, еще один вопросительный знак. Хорошо, надо валить. Полностью. Нахватали всего, чего тут можно. Так, это мы пока... Я не могу положить обратно его? Ладно. Хорошо, я не могу жрачку взять. Ладно, в общем, уходим. Блин, там орда как раз идет. Сейчас надо будет спринтануть. Maybe later. Идут самолеты. Так, а вот моя машина стоит. Парни, ну елки-палки, возьмите вы с собой канистру. Ahead.
что он делает. Короче, топим. Давайте быстро-быстро, ходу. Все сели? Кажись, все. Все, теперь надо валить. Спасли нашего. Так, что за заросли? Я тут проезжаю, я тут такое ощущение, что сейчас под мостом проеду. Какая-то брошенная местность. И какая-то неплохая такая машинёшка. Да ладно. Полицейские стояли, да походу и всё. Да блин, поворачивают. Хорошо, это нам сейчас направо и до упора. Тот городок уже, посмотри, такой обжитый, да, столько вот постов, столько всего там. Вот такую машину бы мне, пожарку. Это все. Все враги обречены просто. Но пока что самая большая это вот это. Я думаю, еще хаммеры будут. Хотя, может быть, и не будут. Загружен просто под завязку. Теперь посмотрим на эту местность днем. Но опять же, заезжать никуда не будем, потому что просто не хватает места в инвентаре. Я бы сейчас переключился на другого персонажа и начал играть за него, но тогда мой персонаж выкинет, во-первых, все вещи, то есть вот этот рюкзак, и потеряет вот этих людей, не довезет их до дома. Поэтому это не вариант. Неужели тут нет никого живых? Ой, чуть не слетел с дороги. Спокойно. Так, подъезжаем так, вроде как, по ощущениям. Все-таки насколько это все похоже именно на глубинку из Alan Wake, да? Прям так. Это даже не на Alan Wake похоже, это на The Walking Dead похоже. И такое ощущение, что это сознательно сделали. Потому что сейчас тема The Walking Dead на пике популярности. Упс. Когда на машине на этой чувствуешь себя очень спокойно. Это круто. Так, и, кстати говоря, машина теперь будет чиниться, потому что воркшоп у меня вроде как сделан по полной программе. Сейчас посмотрим. Okay, I'm free and clear. See you soon. Так, ладно. We'll crack open a cold one for you. Парни, давайте выходить. Может, мне машину вот сюда, на парковочное место надо поставить. Ну, не хотите брать ту канистру? Сидите тут. Окей. Подожди, я затупил? Я и правда затупил. О, это капец. Я их повез к себе домой. Ну ладно. Что ж поделать, если я такой вот... Сейчас мы тогда наберем всякого разного. Мы все равно в ту сторону едем. Упс, кто дома? Я хозяин. Found this while I was out. Вполне неплохо. Oh, you know, stuff. Так, выкладываем всякое разное. Мы тут много чего набрали. И вот это выкладываем. Сейчас у нас инфлюенса будет просто дикое количество. Хорошо, и теперь ты, дорогой Гаврик, будешь отдыхать. Блин, СКС у него. Ну ладно, пусть будет. Крутая пушка. Так, окей.
Топерч. Во-первых. Машин-шоп. Автоматически чинит. А сейчас что? Сейчас не чинит? Мне обещали, что сейчас будет чинить. Обманули. Так, если это делаю, то он будет создавать взрывчатку и... А, Real Workshop у меня сейчас уже стоит, понятно. Это вот это снизу, то, что уже есть. Или нет? Нет, нет, нет. Вот теперь вот, если я сейчас сделаю, то будет. Но у меня не хватает кирпичей. Окей, насчет этого мы подумаем. Сейчас мы можем сделать глушитель с помощью кирпича, не знаю как. Можем сделать петарды и можем сделать это. Но нам это, в принципе, не нужно. Молотов. Так, хорошо. Подожди, это точно молотов? Да, что это такое? Пусть ищет кирпичи. А мы сейчас поедем на исследование мира. Здесь все пока в порядке. Тоже нужны кирпичи. И приготовь людям пожрать. А, всем и так ништяк. Хорошо. Так, теперь. Персонаж у нас неплохо так пострадал. И что же нам делать? А, нет, подожди, мы сейчас не едем обратно. Что-то я все забываю. Этот пропал без вести. Капец, на секунду оставишь. Я что-то никого особо и выбрать не могу. Но он же вроде друг. А, он вышел на задание, понятно. Так, ну ладно. Не могу переключиться, так не могу. Что ж поделать? Придется уставшим ходить. Кто и что тут хочет? Почему у меня флажок здесь? Парни, извините. Непоняточка вышла. Отвез к себе домой. Привет, как дела? Джейкоб, что не так? Пастор Уильям. God bless. Мне говорили с пастором Уильямом. Что-то не так. Но вроде он в порядке. Да блин. Израилю тоже плохо. Чего медицины не хватает? У меня 24 штуки. Ну-ка, давайте попробуем. Может, это тут как-то делается. Да нет, вроде. Не понял. Совсем не понял. Hi. Так, ну хорошо, я что-то как-то не совсем понимаю пока, почему у меня нет возможности поговорить с Уиллом, допустим. Ну, ладно. Поехали тогда с этой стороны, посмотрим, открылся ли проезд. Хотя здесь можно проехать через ранчо. Ну, окей. В принципе, очень близко. Поехали, парни. Круган мы сделали. Спокойно. Так, сейчас направо, кажется, да? Одинокий зомби такой стоит. Привет, лечебница. Так, и вот город, по-моему, который нам нужен. Нет, не совсем. Физику машины сюда получше. Хотя бы, я не знаю, там из GTA 4. Она там, несмотря на то, что была очень аркадной, при этом она была реально крутой. Машины было интересно ездить. Здесь как-то этот момент не особо, честно говоря. Так, это явно не дорога. Не туда мы заехали.
И вот отсюда сейчас долбим около берега, пока не выйдем на автостраду. Это что такое-то? Скала. Окей. Еще одно лобовое столкновение. Еще один сгоревший дом. Беда. Так что произошло-то вообще? Ой, я так глуп был. Я обыскивал этот гараж, искал топливо для генераторов. Потом эти копы начали уходить. Может, они меня в одиночку оставили бы? Но я слышал эти... Короче, он испугался копов, он услышал переговоры по рации. Спрятался, говорит, как выглядываю вокруг меня, арта просто. Все, что я мог, это запереться в пустом доме и понадеяться, что им надоест, и они уйдут. Конечно. Очень умно. Так, это ваше, значит, автозапчасти, а я здесь был. Это наше место. Спасибо, что помог. Не зайдешь к нам? Покормим. Ну, халявная жрачка, это я никогда не откажусь. Квин. О, слава богу. Если что-то еще такое же глупое когда-нибудь сделаешь, я тебя убью, понял? Привет, Бекка. Хватит говорить мне привет, Бекка. Я тебе не верю уже. Нужно поближе к дому держаться. Джек мог там умереть. Не могу я так рисковать. Ты всем рисковал, оставив это место без защиты. Но я рада, что вы вернулись. Поблагодари нашего друга за это. Без него мы были бы в проблемах. Ладно, я впечатлена. Ты рад? Я снова увидел этот грузовик. Вроде они за нами присматривают. Наблюдают за нами. Представляешь, что это за люди? Нет, говорит, но это вроде не те люди, с которыми мы торгуем. Окей, тогда. You can protect me too. I'm not proud. Будь аккуратнее, говорит, тебе нужно. They need you to bail them out of a jam. Так, хорошо. Короче говоря, какой-то грузовик тут вертится, постоянно наблюдает за ними. И они не знают, что это за люди там. Он ей говорит, будь аккуратней. Типа, тебя нужно защитить. Она говорит, я сама себя могу защитить. Он говорит, тогда и меня защити. В общем, такие дела. Так, здесь нет ничего. Окей, живете вы крайне плохо. Где моя обещанная жрачка, я не понял. Hey, how are you? How's things? Сами кушают? А мне ничего не дали. Капец. Подожди. Подожди, это их патроны? Ладно, не важно, мне сейчас все равно не нужно. Короче, накормили у меня, не уважуха вам. Over here! Come and get it! Kiss my ass! Уроды. Накормим, говорит. Конечно. Так, хорошо, теперь, возможно, я смогу приехать в церковь, и у меня будет какой-то смысл в этом. Infestation. Что ж вы лезете-то? Подожди, а что там горит? Там же ферма. Нет? Хрен его знает. Infestation. Ладно, возвращаемся пока домой. По дороге заглянем, где нам кирпичи можно взять. Явно не здесь. Что это было? Странные звуки. Так, а, это город. Ну, давайте заедем в город, раз такие дела. Я думаю, где-то здесь, там есть склад, там стройматериалы найти будет очень даже легко. Вон там он. Так, по-быстрому, пока не прибежали.
Так, хорошо. Запереть бы точно так же крепко. Местных вроде не видать. Идет кто, нет? Это вроде нет. Здесь тоже можно организовать дом. Место неплохое, но какое-то слишком открытое. Я не знаю. Но здесь, по крайней мере... Блин, сколько здесь... Сколько здесь народу можно разместить. Но мы уже основали свой дом, поэтому смысл-то во всем этом... Подожди, нет, это же мы основали аутпост просто. А дом можно будет построить и здесь. Хорошо, что нам для этого нужно вообще? 100 влияния. I think we better move our base down here. I've got a lead on some building materials to make it secure. If you want to check it out, it's on your map. Maybe not. Так, чего-то не хватает. Не хватает 50 материала. То есть 50 кирпичей, похоже. Окей, будем знать. Не, место реально крутое. Пока пусто. И, судя по всему, мы тут ничего не найдем. Но 50 материала мне очень даже пригодятся. Небольшое офисное здание, где можно разместить людей. Вполне себе круто. Так, ну сейчас мы пойдем, пожалуй, там точка обзора есть. Туда мы и двинем. Здесь вот и машину можно будет, если что, оставить. И заодно найдем стройматериалы. Да хотя какого черта. Да стройматериалы, я так понимаю, вот прямо здесь. Видите, стройка? Ну-ка, отвали. Так, окей. И как мне сюда подняться? Что-то я так понимаю, никак. Что еще высокого есть в городе? Что-то у вас до хрена местное. Надо валить. Кладов, по сути, хватает. Да, это похоже то, что нам нужно. Блин, я подустал, конечно. Заходим оттуда и начинаем смотреть. Давай, иди сюда. О! Вот так, хорошо. Да, здесь явно. Мы пришли по адресу. Да не то ты делаешь. Так, хорошо. Somebody's broadcasting something. Кто-то что-то передает. We got a bunch of civilians heavily engaged with Zed about a half click down from our position. Недалеко от нас гражданские воюют зомби. Разрешение на содействие. Негатив, Чарли 6. Людям, говорит, плохо, вот если мы не поможем. Чарли Акшуал, ответ. Командование сказало не вмешиваться.
Подожди, это не то. Это где это было? Не совсем понял. Вот это похоже. Неподчинение приказу называется. Так, ну сейчас мы найдем себе стройматериалы где-то вот здесь. А потом уже, я думаю, в следующей серии двинемся туда. Scratch that off the wish list. Так, хорошо. Меня ж бадасом назвали. We'll see you soon. I found some supplies. Отлично. Send runners for pickup. I'll see who's free and send them your way. Так, а за остальным придем потом. А сейчас, я думаю, давайте на этом заканчивать. В следующей серии доберемся до дома, потом отправимся к сержанту и продолжим лутать данное место, потому что здесь довольно много всего крутого. Интересный мир, и потихоньку, но тем не менее, вполне себе неплохо развивается сюжет. За ним, здравствуйте, за ним реально интересно наблюдать. То есть разработчиков получилось главное, они создали достаточно живой и отзывчивый мир. При этом, конечно, довольно паршиво сделанный графически, технологически, но для инди-разработчика это очень хорошая игра, очень хороший уровень. Такая серия, надеюсь, вам понравилась. Увидимся в следующей. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.